Всем привет! Сегодня первый адекватный полет птеродактиля. Значит, поступали просьбы в комментариях снять реконструкцию Камышового шоссе в Севастополе. Вот я, собственно, решил эту просьбу удовлетворить. Вот как раз погода позволяет. И выбрался, снял с воздуха, как это сейчас выглядит. Протяженность участка реконструируемого Камышового шоссе составляет 6 километров 450 метров. Начало этот участок берет на пересечении с улицы Хрусталева, то есть на развязке Огурец, народное название Огурец, на 5 километре. И заканчивается на Фиолентовском кольце, которое сейчас слева от нас. Вот мы видим в кадре, это база подрядчика аэродром стройпроект, который осуществляет работы по реконструкции Камышового шоссе. Значит, что предусматривает работы? Предусматривает расширение дороги до 4 полос шириной полосы 3,73,75 метра. А там вдали мы видим путепровод железнодорожный над Камышовым шоссе. Он будет полностью перестроен, то есть будет демонтирован. И с учетом расширенной дороги он будет заново построен. Так, по коммуникациям. Значит, трасса сейчас существующая пересекает, ее пересекают 20 воздушных линий электропередач. Под землей огромное количество газопроводов, водопроводов, кабелей связи, электрических линий. Все это будет переустраиваться в процессе. На трассе предусмотрено будет создание двух новых колец, кольцевых развязок. Одна из них — это пересечение с Индустриальной улицей, там, где сейчас проблематично выехать. На данный момент работы идут в районе, вот, рядом, на участке рядом с Фиолентовским кольцом. И постепенно они будут сейчас набирать обороты и распространяться на всю длину трассы. Так что всем спасибо за внимание. Будем следить и за этой стройкой. Оставайтесь с нами. До новых встреч!